любая депрессия – это стресс для организма, любой стресс – это снижение иммунитета. Снижение иммунитета, к сожалению, влечет за собой тяжелые последствия, такие как и возможность заразиться не только коронавирусом, а любым острым респираторным заболеванием. Поэтому ни в коем случае, если вы сидели все дни, предписанные карантином, дома, не надо резко выходить на улицы и общаться с другими людьми. Социальная дистанция все-таки должна соблюдаться. Дистанцируйтесь от людей, которые, у которых есть проявление болезни. Это обязательно. Не проводите сразу много времени на улице, потому что просто организм не справится с таким потоком положительных эмоций. Те, кто продолжали, не соблюдали, скажем так, меры по нахождению дома, самоизоляцию, продолжайте вести обычный образ жизни. Главное – не паниковать.